Находимся на озере Портяное. Сегодня у нас 7 число. Мариха вытащила 2 окушка, ну такие небольшие, где-то грамм, небольшие. Грамм по 900, по килограмму где-то такие. До локтя. И вот сейчас вот хотим показать, как она у нас здесь ловится. Мы азартные парамуши с Сашей вдвоем сегодня выехали. Уже дождик прошел. Саша! Все, у него что-то там сидит. Ну, скорее всего, окунь. Окушочек. Окушки очень знатные. Очень хорошие. Мы уже сортируем их. Потому что норму уже видно, да? Выполнили. Да, видно. Красивая. Блесна Blue Fox, леса, как говорится, желто-оранжевого цвета. Троечка. Вот на нее и ловим сейчас. Пробовал на пятерку и на четверку. Сильно большая оказалась. А вот у Марихи медная стоит Blue Fox. Тоже леса. Пятерка. И поймал вот таких вот окуней. Врет больше. Ну, мы рыбу уже наловились. Поэтому давайте ее отпускаем. Сейчас Мариха подойдет поближе и посмотрим, как ее будем отпускать. Ой, там гагары как. Подожди, не успеваю. Зачем ты это делаешь, Саш? Я делаю искусственное дыхание. А, понятно. Вот. Позови щуку. Килограмм на 10. Ага. Это Сашина мечта. Ушел окушочек сразу в травку. А его не видно. А, стоит точно там. Хороший. Вот этот хороший. Да, Саша? Ветерок прекратился немножечко, так он начал клевать хорошо. Сегодня у нас 19 сентября. Вот. Мы выехали на озеро Портяное. Снега у нас еще нету. Пока еще нету. Холодно, 5 градусов. Ветер юго-восток. Вот. Поймали уже штучки 3 окуня, 1 щуку, большую и 1 маленькую. Вот у нас сейчас Калюнька будет показывать, какая у нас здесь рыба ловится. А ловит Калюнька сегодня у нас на какую блесну, Калюнь, покажи? Такая вот. Он у нас сегодня ловит на блесну номером 4 с пропеллером вверху, медного цвета. Вот мы перешли на другое место, чуть-чуть правее, где-то метров 5-6 отошли. И Калюнька еще раз бросает спиннинг. Закинул спиннинг и поймал все-таки. Поймал. Окушочка поймал еще одного. Вот он хороший какой. И вот у нас еще один заброс сделал Калюнька. И вытаскивает окуня.
Ух ты, и окунь-то неплохой, окунь неплохой. Давай, Калюнка. Хороший окушок. Хороший. Во. Во. Вот это уже окунь где-то уже под килограмм, грамм 900, 800 точно есть в нем. Мы перешли на другую сторону озера, где в прошлый раз с Калюнькой Баранцовым именно здесь ловили щук. Вот, буквально, опять же, не снимал, честно говорю, не снимал. И вытащил щуку где-то килограмма на 4, на 5. Вот. Потом, естественно, я это покажу на камеру. Вот и Калюнька вот сейчас вот кого-то тащит. Кого неизвестно. Окушок. Щука здесь есть, и щука хорошая. Вот. Калюнька даже помогал мне ляпом ее вытаскивать, потому что так ее невозможно было бы поднять. Ну что, закончилась наша рыбалка, и посмотрим наш улов. Улов составляет из где-то примерно 20-30 окуней и 4 щуки. Нет, 5 щук. 3 щурка, маленькие где-то сантиметров по 40. Потом средненькая где-то сантиметров 80. Ну и эта щучка где-то 1,20 м. Ну, там мы сейчас немножечко поужинаем и в путь дорогу. А нашему озеру скажем пока-пока-пока.